Пусть это будет новая жизнь для людей. Не надо воевать и не надо пускать огней. Денег нет, денег и не надо, деньги — это грязь. Это то, что порождает негатив и затупляет власть. Расскажи, пожалуйста, про твой проект жизни. Я занимаюсь исследованием времени 20 лет. С 2004 года я погрузилась в очень интересную тему изучения времени. И за эти годы сделала очень многое, как шаги в познании времени. Я обнаружила политические, экономические, астрономические, исторические файлы, которые сейчас... следует восстановить. Они настолько важны для того, чтобы изменить мироощущение землян, что без смены временной парадигмы не получится перехода в новое время, в новый переход где мир является миром, а не просто бытием и гонкой за наслаждением или за материальным. Наука времени открыла очень много интересных проектов, развила во мне очень многие навыки. Благодаря науке времени я стала изучать очень много научных парадигм и стала переводчиком. Мы перевели книгу «История дерева черепахи». Я хочу ее издать на трех языках: на русском, на английском и испанском. Я изобрела часы, которые показывают объемное время, которые позволяют совершенно по-другому подойти к измерительным приборам. И на базе этих измерений можно по-другому выстраивать временно-пространственные ориентиры. И это абсолютно новая отрасль или даже несколько отраслей, в которых находится математика, астрономия, геометрия, география, химия и физика. Все предметы в школе базируются на изучении временных отрезков. И дело жизни заключается в том, чтобы концепция объемного времени сделать доступной, понятной и применимой. Для этого нужны и садики, и школы, и университеты, и институты, которые базируются на другом измерении времени. Не на плоском и линейном, а где каждая фигура, с которой мы сталкиваемся, может быть измерена и во времени, и в пространстве. Для этого требуется очень много шагов и действий. Нужно объяснить разницу между 12.60 и 13.20, 13.28, 13.260, как математические коды. Объяснить закон времени, который объединяет всех землян, что мы созданы по образу и подобию галактики, и мы космические существа, у которых здесь есть свои задачи, эксперимент в том, что сможем ли мы объединиться на этой частоте, как на волне, которая нас объединяет. И на данный момент есть большая сложность донести эту информацию до людей, потому что люди живут в страхе за свое будущее, страхе за своих близких, страхе за свою жизнь, просто стараясь просто выжить. Не хватает материальных средств, чтобы просто вынырнуть из этого круговорота проблем и взглянуть на время с другой позиции, что оно нужно совершенно для других задач. Для этого мы издаем целую издательскую программу. Синхронографы, настенные, настольные календари. Есть специальные образовательные курсы для детей, для взрослых. И
Архитектура времени в 3D позволяет и ребенку, и взрослому вступить на этот путь и своими руками делать объемные фигуры и развивать образное мышление. Развивать мышление в первую очередь, совершенствуя свое сознание новыми математическими кодами. Хосе Аргуэльес привел нас совершенно в другую точку сознания. Те знания, которые он принес, они совершенно другого порядка. И чтобы их понимать, человек должен выйти из бытового и материального мира в некую другую константу. И это достаточно долгий путь. То есть нельзя взять, прочитать книжку или послушать какую-то консультацию и быстро начать этим пользоваться. Это действительно путь. И мне, как преподавателю высшей школы, с опытом работы потребовалось достаточно долгое время, во-первых, признать себя преподавателем науки времени, а во-вторых, стать мастером и учителем, которые обучают детей и взрослых науке времени. И поэтому я понимаю, какая будет потребность в учителях, потому что за эти годы, за эти 20 лет не стало массовым распространение науки времени. И сейчас, даже если миллионы людей узнают о науке времени, преподавать науку времени некому. 20, пусть 50 человек на всю Россию, это просто не то, что капля в море, это невообразимо малое количество людей, кто обладает знаниями. И чтобы стать преподавателем, это тоже путь. Это должно быть внутреннее намерение познать, делиться, быть нравственным, быть целостным, быть гармоничным и освободиться от многих современных пороков. И поэтому это высокая ответственность. То есть здесь нельзя просто быть поверхностным. И сама среда требует совершенствования, потому что в науке времени очень много внимания, очень много элементов, которые нужно удерживать в сознании. Это кажущаяся простота, солнечная печать и точный черточный код, она, с одной стороны, очень проста, а с другой стороны, имеет очень большую глубину. И сейчас идет год белого обертонного волшебника. Год, когда мы все вместе поворачиваем на 90 градусов всем сообществом, понимая, насколько ценна жизнь и насколько мы сейчас находимся в потоке вневременности. И в этом некое такое волшебство и очарование момента, что человека возвращает в точку здесь, сейчас. И 5 лет назад нас всех вернуло в эту позицию ситуации с ковидом. И все сели просто и поняли, что насколько важно быть близкими дома. И сейчас тоже происходит и будут происходить в эту солнечную луну события, которые позволят человеку тоже осознать ценность себя во времени, ценность близких, ценность жизни, ценность момента. После этого, я надеюсь, что у людей возникнут какие-то следующие идеи, что они хотели бы овладеть новыми инструментами, чтобы выйти из этого невежества, которое толкает сейчас весь мир, цифровая и техносреда. У Хосе Аргуэльеса очень интересно описано этот машинный мир, который построен на ритме 1260. И все, что связано с ритмом 1260, это техногенные изменения. И когда мозг
существует на этой частоте, он деградирует естественным образом, потому что он не имеет точек развития, и он находится в потоке деградации, потому что у него нету творчества и созидания. Мы создали целую линейку продукции, которая связана с распространением этой информации, и раскраски, и наклейки, игрушки. У нас есть инструмент силы, который называется Юлькин, как оберег, как элемент, который возвращает человека к самому себе и как элемент возвращения силы вращения в теле человека. Этот элемент помогает восстановить тор вращения потока времени, как оберег веретена, на который можно плести свою собственную жизнь, считая день за днем из своих 36 500 дней. Каждый может прожить около сотни, но сколько дней будет счастливых, сколько дней будет удивительных, ярких, запоминающихся. И дело моей жизни в том, чтобы создать сообщество, в котором люди будут действовать на платформе честности, открытости, прозрачности, равенства, единства. И взаимодействие будет происходить на новых ритмах, потому что все намерения в 13-260 в новом ритме, они все прозрачны. И все понятно без слов. И это большая ответственность, и человеку действительно бывает трудно признать свои намерения, свои негативные черты и преодолеть гордыню, страх, невежество. Это большой моральный труд. И наука времени в этом помогает, пути, именно пути самосовершенствования. Конечно, на этом пути очень много сложностей, потому что люди не понимают, зачем нужно заниматься временем, зачем нужно раскрашивать синхронограф, зачем нужно читать сложные тексты, следить за какими-то там днями. Это некое такое желание быстро овладеть и, ну, как бы поскакать. Какой-то, ну, люди существуют в какой-то бешеной скорости, потому что их часы и календарь зовут их быстрее и быстрее, потому что завтра нет и нужно все сегодня. А наука времени помогает отслеживать каждый день и делать этот день длинным, вкусным, радостным, изобильным, окружая себя и близких любовью и заботой, и находиться в процессе созидания. Каждый человек может найти свое дело в науке времени, потому что нам всем нужно будет найти в себе силы для объединения, чтобы выйти из ритма 12-60 и отрицать все институты, которые базируются на ритме 12-60, и создавать свои сообщества, которые помогут регулировать все сферы жизнедеятельности. Потому что каждый существует в какой-то территории. И на этой малой территории можно всегда договориться. И если будет в малом договоренность, то мы и в большом можем договориться. Все проблемы сейчас от того, что люди не могут договориться, используют насилие и агрессию. И, конечно, следующему поколению очень сложно жить в этом мире, которым все время пугают и ведут к дисгармонии. И мне, как женщине, очень много негативных чувств вызывает та перспектива будущего, которую сейчас рисуют. И я бы хотела, чтобы каждая женщина вспомнила о том, что она обладает силой влияния своего на свой род, чтобы она чувствовала ответственность,
чтобы мужчины начали чувствовать ответственность за семью, за род, за женщин. И для того, чтобы это стало распространенным, конечно, нужны блогеры, нужны люди, кто будет об этом говорить, писать, рассказывать, кто будет изучать, делать научные исследования в разных отраслях, в разных сферах, применимость, практическая польза, новизна. И для этого требуются большие научные разработки. То есть это, ну, огромный, во-первых, научный труд, во-вторых, интеллектуальный. А в-третьих, нужно сделать программы, которые будут помогать и детям, и взрослым овладевать этим знанием. И нужно найти единомышленников, кто бы хотел объединиться и думать, и действовать в одном русле. Сейчас очень много людей начинают понимать, что они находятся в созидательном процессе, что они бы хотели поменять мир и хотели бы приложить свои усилия. Но объединиться очень сложно, потому что каждый считает, что его предложение самое лучшее, что он придумал самый лучший вариант каких-то изменений. А нам надо найти то, что нас объединяет, и двигаться единым фронтом, единым движением, единым объединяющим ритмом. Поэтому нужны предприниматели, кто могли бы помогать создавать продукты, которые будут применимы в игровой форме, в образовательной форме, в культурной. Нужны люди, кто будет там писать стихи, сочинять рассказы, делать творческие художественные работы. И я вижу, что мои ученики, идя по этому пути, достигают очень многого. Возможно, это моя ошибка, что я ничего не рассказываю про своих учеников, каких они достигли результатов, какие у них получаются успешные проекты, как они открывают школы, мастерские, галереи, ездят по всему миру, выходят замуж на Кипре, рожают детей, открывают новые бизнесы. Я просто понимаю, что это следствие не только перехода на новый ритм, но и синхронизации с их истинными желаниями, которые начинают исполняться как орешки. И сейчас я говорю в очень спокойном формате, потому что ночь, без давления, без какой-то там активности и эгегей. Просто так сложились обстоятельства, что мы решили записать это видео прямо сейчас. Поэтому, возвращаясь к бизнесу, то это нужны предприятия, которые будут создавать и часы, и календари, и одежду, и сувениры, и игрушки, и различную продукцию. И, конечно, это абсолютно новый формат финансовых отношений, где доверие, где искренность, где общий вклад. И в календаре нового времени есть понятие киновый кредит или кредит доверия, аванс доверия, который дается для того, чтобы человек мог сделать вклад в общий планетарный потлач, называется по-майянски, где каждый вкладывается, чтобы все вместе насладились результатом. Это очень сильно уменьшает расходы и увеличивает результативность, потому что каждый участвует в этом общем движении. В нашей традиции это
практика празднования дня рождения, свадеб, в складчину, когда люди, те, у кого есть ресурсы, собирают, и те, кто могут, как могут, помогают делать общее дело. И таких проектов, которые нужны нашей планете, очень много. И это не только связано с образованием, с культурой, с экологией. Это прямо целое движение по всему миру. И Хосе Аргуэльес объездил весь мир для того, чтобы оповестить о том, что пришло новое время. И ему казалось, что в 2013 году уже календарь будет повсеместно распространен. Но вот 2024, и мы видим, что нет, это движение еще тоже находится в процессе активации. Поэтому, конечно, мой путь, несмотря на то, что кажется, что это 20 лет, он тоже еще только начинается. Все самое сложное еще впереди. Это зависит от тех людей, кого мы сможем объединить. Тех, кто будет участвовать в этом процессе. И в первую очередь, конечно, нужно очень много заниматься образовательной деятельностью. Заниматься созданием образовательных программ, консультированием, взращивать специалистов, экспертов, педагогов, консультантов, тех, кто может в этом ритме создавать новое, образовывать детей, тех, у кого есть дети, в первую очередь нужно думать о своем потомстве. И каждый родитель, или бабушки, или дедушки, тети, или дяди могут повлиять на следующее поколение, давая эти новые знания. И, соответственно, если в семье появляется хотя бы один человек, кто знает науку времени, этот род уже получает силу нового времени, как бы переходит на новые берега, на новые ритмы. И если это женщина, то женщины управляют временем семьи и, конечно же, могут быстрее повлиять на изменения ритмов, в которых существует вся семья. И, конечно, меняется вся культура, галактическая культура, что придет другой культурный код, в котором будет цениться все человеческое, все созданное человечеством, и будут активированы творческие начала в каждом человеке, кто придет в науку времени. И мы будем единой планетарной семьей, где, развивая себя, мы будем совершенствовать все то, что вокруг нас. И вокруг каждого человека будет вкусно, чисто, изобильно, ярко и интересно. Вы там не уснули, Ярослав Петрович? Сказка. Просто сказка. Работа не початый край. Какой вопрос я вам не задал, на который вам хотелось бы ответить? Как глобальная волна может помочь в этом проекте? Как глобальная волна может помочь в реализации ваших намерений? У глобальной волны есть уникальное свойство. Люди объединяются, несмотря на харизматичность и особенное восприятие реальности лидера глобальной волны. Люди удерживаются в этом потоке и чувствуют силу и харизму в этом движении. И объединение глобальной волны и концепция объемного времени Цуляхао поможет людям
увидеть научную парадигму нового и создать летающие тарелки, создать пространство, где люди могут узнавать о новом, изучать новое, стремиться к новому. Глобальная волна может захватить сердца людей и активизировать в них созидательное начало. Продумав, каким образом можно создать планетарную семью глобальной волны, мы сможем каким-то образом активизировать код 13260, и глобальная волна может стать лидером объединения блогеров вокруг смены проведения календарной реформы через каждого человека. Хосе Эрголес несколько раз пробовали перевести и провести календарную реформу сверху через политическую волю, встречаясь в ООН и пытаясь донести до высших чинов и людей о необходимости перемены календаря нового времени. Но тщетность их усилий привела к мысли, что можно это сделать только через каждого человека. Снизу, не сверху вниз, а снизу вверх. Поэтому если мы додумаем, каким образом люди смогут активизировать свой поток творчества в ритме 13260, как мы сможем создать волну этого информационного интереса через встречи с интересными людьми, через объединение блогеров, через встречу с первым лицом, через создание и инициирование каких-то акций и событий, демонстрацию изменений у людей. Всем не хватает именно информационной поддержки и знания, где можно найти тех людей, кто несет эту волну перемен. Глобальная волна может стать амбассадором этих волн трансформации. И может быть, как в ролике «Интерференции волн», две волны, когда встречаются, начинается движение естественным образом. Со сдвигом фаз должны быть осцилляторы. Да. Сдвиг фаз. Сдвиг по фазе. Ну, с другой стороны, наука времени – это как раз сдвиг по фазе. То есть должен быть сдвиг во времени. Фаза – это ведь определенный ритм, определенная частота. И везде, где есть частота, это означает, что есть временной фактор. Группа по 500 женщин. Часовой меридиан переносится на Берингов пролив. Россия становится опять Востоком. Россия – женская душа. И о-ля-ля. Ну, тут надо говорить не о России, надо говорить о всем мире. Это планетарная реформа, это все земляне. Во всех странах есть люди, кто являются приверженцами этого календаря. Просто от России ожидают этого предложения. От России предлагают переход на новое время с новыми рельсами, что ли, так. Как будто бы от России должна быть заявка на смену временной парадигмы. И сейчас перевод искусственного интеллекта на разные языки позволяет говорить со многими аудиториями уже без
сложности, которые были там десятки лет назад. И интернет позволяет общаться с единомышленниками на любой точке света. Поэтому это просто может быть точкой, которая позволит выйти абсолютно на новый уровень и быть не только амбассадорами в России, но и по всему миру. Да, вот именно. Спасибо, стоп, снято. Рассказывайте. Ну что, дорогие друзья, сегодня удивительный день. Мы идем на 10-й конгресс Рейки. На встречу с моим удивительным мастером, с моей мамой. Татьяна Игоревна, Надежда Николаевна, ура! Здравствуйте. Знакомьтесь. Ла-ла-ла. И вот оно, воссоединение семьи. Моя прекрасная мама, кто обучает меня и наставничает все эти годы и поддерживает меня во всех моих начинаниях и идеях. Ура! Знакомьтесь, Татьмянина Надежда Николаевна. Уникальный человек. Ярослав Петрович Старухин. Всех представлю. Да. Пошли, там уже все началось. Прекрасно. А, уже все. Каким ты хочешь видеть будущее в этом мире? Мы можем создавать идиллию в прямом эфире. Грузить себя проблемами или пора вставать с колен. Не надо жить системы, созданы другими, это плен. Ты же человек, ты личность, не системный робот. Можешь создавать свое будущее, ну попробуй. Время новых технологий, свободы мышления. Мы на пороге новой эпохи возрождения. Нового мира без денег и ненужных войн. В нем не выживать надо будет, а быть самим собой. Мысли глобально, покажи свою уникальность. Никакого криминала, все это легально. Эй, народ, поднимите руки к небу. Мы хотим свободы, а не битвы из-за хлеба. Все это можно изменить, занявшись нужным делом. В мире новых технологий и твоих фантазий в целом. Глобальная волна. Это новый мир, новые технологии, новые силы в эфир. Новая победа, но никакой войны нет. Воплотим идеи, ведь жизнь нам дарит свет. Глобальная волна. Это новый мир, новые технологии, новые силы в эфир. Новая победа, но никакой войны нет. Воплотим идеи, ведь жизнь нам дарит свет. Пусть это будет новая жизнь для людей. И не надо воевать, и не надо пускать огней. Денег нет, денег и не надо. Деньги — это грязь. Это то, что порождает негатив и затупляет власть. Это все ненужное, это все надо забыть. Роботы мы можем создавать, а не сами им быть. Уничтожение природы нефтью и отходами. Энергия доступна безопасными подходами. Можно сохранить климат, сделать его чище. Здоровее будет народ и здоровее пища. Развитие медицины, стимул долголетия. Будущие дети встретят новое наследие. Развита технология, развита ты. Жизнь будет напоминать рай святых. И не надо вкладывать денег, вложить душу в дело. Светлое будущее без границ и предела. Глобальная волна. Это новый мир, новые технологии, новые силы в эфир. Новая победа, но никакой войны нет. Воплотим идеи, ведь жизнь нам дарит свет. Глобальная волна. Это новый мир, новые технологии, новые силы в эфир. Новая победа, но никакой войны нет. Воплотим идеи, ведь жизнь нам дарит свет. Глобальная волна. Это новый мир, новые технологии, новые силы в эфир. Новая победа, но никакой войны нет. Воплотим идеи, ведь жизнь нам дарит свет. Глобальная волна. Это новый мир, новые технологии, новые силы в эфир. Новая победа, но никакой войны нет. Воплотим идеи, ведь жизнь нам дарит свет.